Бутале, Сваям Рупа Кадамахьям Гадати Свам Падантикам, Вандихам Шри Гурох Шри Юта Падакамалам Шри Гурон Вайшнавам Шча, Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагунатам Витам Там Садживам, Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам, Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лайта Шри Вишакам Витам Шча, Эй, Кришна, Каруна, Свиндо, Дина, Бандо, Джагат, Пате, Гопиша, Гопика, Канта, Рада, Канта, Намустуте, Тапта, Канчина, Горанги, Радхе, Вриндаване, Швари, Вришамбану, Суте, Деви, Пранамами, Хари, Прие, Ванча, Калпатару, Бершча, Крипа, Свиндо, Бева, Чао, Патита, Нам, Паване, Бью, Вайшнаве, Бью, Намо, Намаха, Джая, Шри, Кришна, Чайтанья, Прабху, Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхар Шивасади Гора Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Нама Ом Вишна Падая Кришна Криштая Бутале Шимати Бхакти Виданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гурвани Прачарине Нирвисеша шуньявади пашчатта дешатарине мукам карочи вачанам пангалам гайате гирим яд крипатам ахам вандеша грундина таранам. Сегодня мы празднуем день явления Шрилы Прабхупады, и в этот день мы выражаем Шриле Прабхупаде свою благодарность, признательность за то, что он позволил нам войти в другую семью, в семью Кришны, Ачюта Готру, которой принадлежит Господь Кришна, Шримати Радхарани и все его преданные в духовном мире. Ачюта Готра означает семья Ачюты, Господа, который никогда не отклоняется от своего положения, кого? Бхакта Ватсала, лучшего друга всех живых, всех преданных, лучшего друга и доброжелателя. И Шрила Прабхупада объясняет, что именно так духовный учитель освобождает тех, кто идет по его стопам, его учеников. Он вводит их обратно в Ачюту Готру, в семью Кришны, в обмен на следование наставлениям Гуру Парампри, приходящим через него, следование принципам преданного служения. И по большому счету Шрила Прабхупада, если говорить, что он нам дал, за что мы благодарны ему, и почему мы не можем предложить ему ничего, кроме благодарности, потому что ничего другого нет, ничто другое несоразмерно тому, что дал нам Шрила Прабхупада. Он дал нам другую жизнь. То есть была одна жизнь, ее поменяли на другую. Ни много и ни мало. И именно эта жизнь, которую дал нам Шрила Прабхупада, по-настоящему называется жизнью. Все другое жизнью не является. Все другое является лишь перемещением мертвых материальных тел, временно приводимых в движение, попавшим в это тело и плененным этим телом, живым существом, приводящие в движение эти тела, но тела движутся не по воле живого существа, которое спит, а по законам кармы, поэтому все их поступки, движения, ходы мыслей, последующие страдания или наслаждения, все не предопределены. И живое существо оказывается в ловушке этого материального тела, подобно человеку, который оказывается привязанным к креслу какой-нибудь карусели или аттракциона, американских горок, где то взлеты, то падения, то страшные, то приятные события, но все это заранее предопределено, и нет возможности вырваться из этого, из этой жизни, которая раз и навсегда закреплена, определена для этого живого существа. Однако, когда в нашу жизнь приходит чистый преданный, и он делает это без спросу, потому что очень хочет служить Кришне, который, движимый состраданием всем живым существам, хочет вернуть все свои неотъемлемые частицы обратно в духовный мир. Такой чистопрядный, как лучший друг Кришны. Мы сегодня говорили о том, вчера говорили о том, что дружба по отношению к Кришне проявляется в том, что преданный берет на себя обязанность проповедовать его послание другим, освобождать падшие живые существа, потому что сам Кришна этого не делает и не может сделать, связанный любовью ко всем и не нарушающий, и поэтому не нарушающий свободу выбора. Но когда в нашу жизнь входит великий преданный, такой как Шрила Прабхупада, то он забирает нас одну жизнь, которую мы жили до этого, и дает жизнь другую, жизнь настоящую, жизнь, в которой у нас у каждого и у каждой есть свои желания, свои интересы, своя яркая индивидуальность, уже не сводимая к
генотипу или к каким-то отпечаткам пальцев или зубной форме, или как обычно людей определяют после того, как душа вышла из тела, определяют по ДНК или отпечаткам пальцев. Вот наша индивидуальность в материальном мире. Однако в духовной реальности каждый и каждая, без исключения, яркие, неповторимые индивидуальности, полностью свободные, полностью осознающие и полностью счастливые, счастливые в вечном положении свободы, в отношениях с вечно свободным Кришной. Вот эту жизнь дает духовный учитель. Поэтому сегодня мы, собираясь на во многих местах, не только здесь, в Уфе, но по всему миру, собираясь на эти церемонии прославления Шрилы Прабхупады и выражения ему своей благодарности, должны понимать, что происходит. Это не должно превращаться для нас в какой-то, может быть, и приятный, но все-таки достаточно традиционный ритуал, когда раз в году мы должны собраться и сказать спасибо Шриле Прабхупаде. Мы должны понимать, что в этот момент, собственно говоря, и происходит самое важное, что есть у нас. Мы снова приглашаем Шрилу Прабхупаду в нашу жизнь, его как не просто удивительную личность, совершенную во всех отношениях. И совершенство Шрилы Прабхупады написано в книге, причем не только его учениками, которых можно было бы еще заподозрить в какой-то предвзятости. Понятно, если вы приняли посвящение у Шрилы Прабхупады, стали его учеником, то вы должны говорить о нем как о совершенной личности. Но многие из них стали его учениками и ученицами именно потому, что увидели в нем вначале совершенную личность, а потом уже согласились предаться ему. Матаджи Вишакха рассказывает про себя, одна из его учениц, как она была, можно сказать, отпетой атеисткой, феминисткой и атеисткой, и не собиралась никому предаваться, особенно пожилым индийцам из отсталой страны. Но когда она встретилась со Шрилой Прабхупадой, то, как она описывает, произошла удивительная метаморфоза. Она просто почувствовала, что есть другая жизнь, и что эта жизнь в руках Шрилы Прабхупады, которая проявлялась в каждом его слове, в каждом его жесте, в каждом его взгляде, в манере беседы, в тоне голоса, во всем. Что-то совершенно потрясающе красивое и привлекательное. Настолько она была фотографом, и она знала толк о красоте. И вообще очень образованным и таким уточенным человеком. Блестящий писатель, замечательный фотограф и человек, который умеет выделять, видно по ее стилю письма, умеет выделять суть всего того, что видит. И она рассказывает, как она, соприкоснувшись со Шрилой Прабхупадой, увидела эту совершенную красоту в нем. Не физическую красоту, хотя даже физическая красота была в Шриле Прабхупаде неотразима. И преданные, необычные люди также наблюдают за ним, за его царственной походкой, за его величественной осанкой, за его глубоким голосом, который напоминает голос посланца Вайкунхи. Когда посланцы Вайкунхи приходят к Господу, приходят к Ямадуту, Мадузам и к Аджамиле, и начинают говорить, то Бхагаватам описывает их слова как «Мега нирхрадаягира», означает, что их голоса звучали как раскаты грома. Они были глубокие, зычные и также исполненные совершенного смысла. Каждое их слово было совершенным по форме, по содержанию. Почему? Потому что они были васудхавокта калинага, они были посланцами Господа, несли как облака. «Мега» означает облака. «Мега нирхрадаягира». Их встречи были как «мега нирхрадая», погромыхивание облаков, которые несли в себе послание Господа Васудева. И вот таким же был голос Шрилы Прабхупады. Его глаза можно видеть на записях, видеозаписях, где Шрила Прабхупада, например, поет Джайрада Мадава и поет закрытыми глазами, видимо, с трудом сдерживающими потоки слез, которые время от времени прорывались из его век и стекали по глазам, по щекам Шрилы Прабхупады. Иногда он едва удерживал их, они... То есть, как бы были готовы проявиться эти слезы, но они не падали, не стекали, но оставались там в уголках глаз, выглядывая оттуда. И преданный в этот момент, один преданный сказал другому: «Смотри, у Шрилы Прабхупады бриллианты в глазах сияют, и такие вот искорки здесь в уголках глаз». И можно видеть в его глазах, когда он поет, Джайрада Мадава с закрытыми глазами открывает и смотрит куда-то, куда никто из нас без его милости заглянуть не может. В его глазах это трансцендентная чернота, которая как раз та самая чернота, которая привлекает все освобожденные души. Его глаза напоминают два шмеля, которые летят на эту черноту, на эту трансцендентную личность Кришны, который Шьямам Хирани Паридим, одетый в желтые одежды и цвета грозового облака. То есть все в его личности было совершенным, и даже такие
люди, как я сказал, матежи, как матежи Вишакха, которые, не собираясь никому предаваться, предавались сами собой. И видели в этом свою высшую радость жизни и свой высший смысл. Но Шрила Прабхупада, его совершенство не только в том, что он совершенен как личность. Да, и мы говорили также о том, что многие его собеседники, современники, которые не стали его учениками, но описывали его в своих воспоминаниях о нем, те его соседи по Вриндавану, которые жили рядом с ним, те, которые жили в Дели, когда он там находился, в других местах, вспоминали о нем как о самой удивительной личности, которую они когда-либо встречали в своей жизни. Все у него было совершенство, совершенство, по которому безошибочно определяешь человека, принадлежащего не тому миру, а другому. Так же, как Господь Читания, когда он проявлял различные виды совершенства, совершенное сияние в собрании имперсоналистов, то совершенное объяснение одного всего лишь единственного стиха из Шримад-Бхагаватам от Марамашлоки, поразив своим совершенством изложение Сарубаума Бхаттачарья, который сразу понял, это Бог. И имперсоналисты поняли, это Бог. И буддисты поняли тоже, что это Бог, потому что Господь Чайтанья Махапрабху сумел извлечь из пустоты, которой не поклонялись, звук трансцендентный, когда птица выхватила из рук буддистов блюдо с оскверненной пищей, которое они попытались скомпрометировать. Шри Чайтанья Махапрабху вырвала из них, у них из рук это блюдо, подняла, металлическое блюдо подняла вверх и ударила, и отпустила из когтей это блюдо, так что и пища упала оскверненная на буддистов, и само блюдо упало на голову их предводителя. Раздался громкий звук из пустоты. И он упал замертво, и все буддийские монахи испугались, стали молить Господу Чайтанья Махапрабху, чтобы он спас их предводителя. На что Шри Чайтанья Махапрабху сказал: вы просто можете повторять ему в уши Харе Кришна мантру. Он инициировал их Харе Кришна мантру, они инициировали своего духовного учителя. И так они все стали вайшнавами. И так Господь Чайтанья Махапрабху совершенно образом проповедовал всем категориям живых существ. И все другие люди, обычные люди, просто смотря на него, становились преданными, просто видя его танец или слыша его голос. И также Шрила Прабхупада, кто соприкасался с ним, сразу чувствовал это совершенство, проявленное в нем. Однако самое главное, если можно так сказать, ну как бы его, не могу сказать самое главное, роль, но то, почему мы можем безошибочно понять величие этой личности Шрила Прабхупады, это то, что он дает нам, как я сказал сегодня, другую жизнь. С одним своим присутствием в ней, одним своим примером, словами, наставлениями, и даже не только своими собственными наставлениями и словами, но даже словами и наставлениями, которые передаются из уст в уста от него другим, то есть через его учеников и последователей доходят до нас и действуют на нас точно так же, как если бы они звучали из его собственных уст. Это совершенство. Не просто обладать совершенством самостоятельно, но уполномочить на это же самое совершенство, может быть, даже наибольшее совершенство других преданных, которые просто послушно следуют его наставлению. И поэтому сегодня мы, прославляя Шрилу Прабхупаду, и выражаем благодарность, должны понимать, что это не просто какой-то ритуал, пусть даже и приятный, но это способ пригласить его снова в нашу жизнь, снова вспомнить о том, что вся наша жизнь теперь вращается вокруг него. Поэтому каждый день ставим Шрилу Прабхупаду снова в центр, чтобы таким образом и тот, кто находится в центре его жизни, его духовный учитель, и тот, кто находится в центре жизни его духовного учителя Шрила Бхактина Такур и Гаура Кишора Дас Бабаджи, и так далее по Гуру Парампари, это череда великих душ, череда великих вайшнавов вошла бы в наше сердце и в нашу жизнь снова через Шрилу Прабхупаду, и в самом конце, таким образом, в нашем сердце, в самом в центре оказывается Кришна, поскольку он в центре всех их. И вот они все помещаются там через наставление, через личный пример и через служение, которое дал нам Шрила Прабхупада. Наставление, личный пример и служение гармонично связаны друг с другом. Наставление объясняет нам философию, необходимостью служить. И так что любой человек, который читает его книги, сразу понимает, что нужно поменять в своей жизни. И поменять, знает, как правильно поменять, потому что все, читая разные книги, думают, нужно поменять свою жизнь. Все книги для этого предназначены, чтобы поменять жизнь людей, которые читают в какую-то сторону. Но только книги Шрилы Прабхупады меняют жизнь людей в ту сторону, в которой она становится по-настоящему жизнью. Жизнь оживает благодаря книгам Шрилы Прабхупады. Поэтому одна из его книг «Читания Чаритамриты» так и переводится им. Это качество или характеристики жизненной силы бессмертия. Чем занимается жизненная сила бессмертия?
Если как один человек пошутил, многие люди мечтают о бессмертии, но при этом не знают, чем заняться в субботу вечером. Хотя мечтают о бессмертии. Ты мечтаешь о бессмертии, но даже не знаешь, чем себя занять в субботу вечером. От скуки умираешь. Это ты будешь делать в вечность. Радуйся, что в твоей жизни есть смерть, которая, в конце концов, человек либо умирает от скуки, либо просто умирает. Одно из двух. От чего-то еще. Но это природа, качество жизненной силы бессмертия в читании Чаритамриты описано. Чаритамрита описывается как бесконечный, непрекращающийся, никогда не наскучивающий фестиваль. Тадева рамьям ручарам навам навам, тадева шашван манасом ахотсавам. В этом стихе из 12-й песни Бхагаватам говорится, что смиренное служение Кришне, оно вечный фестиваль для ума. Тадева рамьям ручарам навам навам. И этот фестиваль наполнен бесконечно разнообразными, вечно усиливающимися вкусами, ручарам, навам-навам, постоянно новыми, свежими. Тадева шашан манасома хотсавам – это вечный фестиваль для ума. Те из вас, кто были в Майяпуре, чувствовали, могли чувствовать этот непрекращающийся фестиваль в воздухе Майяпура, как будто там звучит вечный киртан, даже когда тихо. Вечный, блаженный киртан Господа Читания и его вечных спутников. Тадева шукарнава шошанам наринам. Весь материальный мир, как мы вчера говорили, съеживается до размеров лужицы в целете от телячьего копытца, и потом высыхает. Шока арнавам, океан материальных страданий, океан скорби. Элутама шлока и шонаги. И вот все это дает общение с чистым преданным. Поэтому Удава говорит в 11-й песне Шримад Бхагаватам, этот стих приводится также в читании Чаритамриты. Я хотел прочитать перевод этого стиха из читание Чаритамриты, это перевод Шрилы Прабхупады. Найвопаянте пачатим каваяставеша брамаюша прикритам риддамудах смарантах йонтар бахистам абритам ашубам виданвам ачарья чайте вапуша свагатим янакти. О мой Господь, поэты, трансценденталисты и знатоки духовной науки не смогут до конца выразить себе свою благодарность. Даже если их жизнь будет столь же долгой, как жизнь Брамы. За что? Вот мы и собрались, чтобы выражать благодарность Шри Прабхупаде. У нас на это отпущено примерно час. Час, и, наверное, преданных будет 20, которые захотят за час Шри Прабхупаду выразить ему свою благодарность. Разумеется, даже простого спасибо Шри Прабхупаде достаточно, чтобы Прабхупада принял эту благодарность. Но если мы захотим выразить ее по-настоящему, ему и Кришне, который его сюда послал, то, как здесь говорит Удава, даже если мы будем поэтами-трансценденталистами, каваё, который отличается красноречием и глубоким пониманием сути предмета, если они будут в течение жизни Брамы излагать свою благодарность тебе, Кришна, они смогут это сделать, выразить полностью до конца. За что? Почему, как Удава объясняет причину, по которой поэты-трансценденталисты не смогут выразить до конца благодарность ему, даже если будут всю жизнь выражать ее, если даже будет жить так долго, как Господь Брахма, 311 триллионов лет. Он говорит, они не смогут выразить себе благодарность, потому что ты проявляешься в двух образах, извне как ачарья, а изнутри как сверхдуша, чтобы указать обусловленному живому существу путь к тебе и даровать ему освобождение. То есть вот за эти две вещи, вернее за одну, проявляющуюся в двух разных формах, снаружи как ачарья, Шрила Прабхупада, и другие преданные, которые представляют его, и изнутри, как сверхдуша. Вот за это великие поэты-трансценденталисты не смогут тебе выразить благодарность на протяжении всей жизни Вселенной бесконечно мудрыми и красноречивыми речами. Поэтому сегодня мы предлагаем слова эти Шрилы Прабхупаде, но мы должны знать, что эта благодарность Шрилы Прабхупаде, она на самом деле единственное, что можем им предложить, потому что все остальное не сможет выразить тех чувств, можно сказать, спасибо Шрилы Прабхупаде, и выразить ему таким образом свою признательность за то, что он дал нам другую жизнь. Потому что все остальное, что есть у нас, это он дал нам он. И слова, которые мы будем выражать ему эту благодарность, и понимание, которое мы эту благодарность будем вкладывать, и само понятие благодарности тоже приходит к нам благодаря Шриле Прабхупаде. Люди очень неблагодарны в этой жизни, в этом мире. Более того, Шрила Прабхупада говорил, цитируя, по-моему, Шекспира, что благодарность — это друг каменным сердцем. Это самое, он говорил, это самое, насколько я помню, он говорил, неблагодарность — это самый большой грех, который человек может совершить, особенно по отношению к духовному учителю, потому что
от этого духовный учитель не сможет его исправить. Только если у человека есть благодарность искренняя, тогда духовный учитель есть возможность войти в его жизнь и дать ему еще больше. Поэтому, с одной стороны, сегодняшняя задача перед нами прославившего Прабхупады очень сложна. Сложна, потому что невозможно выразить, посмотрев на себя со стороны, выразить то, что, за что мы ему благодарны. С другой стороны, это очень просто сделать. Просто сказать спасибо Шрила Прабхупаде искренне, прося, благодаря его за то, что он поменял нас, заменил нашу прошлую жизнь на новую. Как Господь Кришна говорит в 11-й песне Шримад Бхагаватам, мои преданные очень, очень разумные. Это мудрость мудрого и разум разумного, то, что преданные берут свою временную материальную жизнь и меняют ее на вечную, блаженную, исполненную духовного знания в духовном мире. Они тратят всего несколько лет и получают вечность. И несколько лет наполнен страдания, на вечность наполнен блаженством. В несколько лет наполненных несвободой, предопределенностью, безысходностью, на вечность наполнены полной свободой. Свободой в радости, знании и блаженстве. И кто меняет нам одно на другое, когда этот обмен происходит? Кто этот представитель Кришны, который принимает одно и дает, выдает другое? Как в пунктах продажи мобильных телефонов иногда объявляют акции trade-in, когда вы приносите старый телефон, и в обмен нам дают новый с небольшой доплатой. А тут даже платить ничего не нужно. Господь Кришна говорит, в этом мудрость и хитрость моих преданных. Они, узнав об этой акции, trade-in, меняют свою материальную жизнь на вечную, без какой-либо доплаты, очень легко. И представитель, который от имени Кришны, от имени фирмы-производителя меняет старые телефоны на новые, старую жизнь на новую, это Шрила Прабхупада. И он объявил эту акцию, она бессрочная акция. Вернее, нет, срок у нее есть, 10 тысяч лет, да, говорится. То есть, да, достаточно долго эта акция длится, и постепенно все больше и больше людей узнают об этой акции и сообщают о ней другим. Более того, если вы сообщаете об этой акции другим, то ваши котировки, или как сказать правильно, бонусы повышаются. Модель телефона, которую вам дают та же самая, вы получаете гораздо быстрее. Вот так. Поэтому Будда говорит в этом стихе, процитировано в читании Чаритамрити, что невозможно выразить признательность себе, Шрила Прабхупада, просто за то, что ты появился в нашей жизни, появился как вторая форма Кришны. Не то, что Шрила Прабхупада Кришна, ни в коем случае мы так не говорим, но в этом стихе Будда говорит, что принцип, который вносит в себе духовный учитель и который совершенно образом проявляется в Шриле Прабхупаде, принцип духовного учительства, воплощаемый Господом Баларамой, проявленным совершенным образом, что делает, как сам Господь Кришна говорит в Шримад Бхагаватам, Ачарья Мамиджани, Напрамадьета Кархичит. Нельзя считать Ачарью кем-либо, кроме меня. Это он. Он, то, что в нем есть от Ачарья, это я. И никогда нельзя считать его обычным человеком. На Марте Будде Суета Сарвадева Майо Гуруху. Поэтому, что ты еще скажешь? Все то, что мы будем говорить сегодня, мы должны помнить, что и слова мы получили по его милости, и благодарность мы получили по его милости. Как? Когда мы получили что-то от Шрилы Прабхупады, настолько ценное, что ничего более благодарности мы не можем ему выразить. Однажды Шрила Ниранджана Махараш, отвечая на вопрос одного преданного, сказал, тот спросил у него, в чем долг духовного учителя. У него были какие-то сомнения в взаимоотношениях с своим собственным духовным учителем. Он не был учеником Ниранджана Махараджа. И Ниранджана Махарадж сказал ему потрясающую по своей гениальности и глубине фразу, он сказал, что долг духовного учителя – это то, как Ниранджана Махарадж понимает свой долг. Все те, кто в парампуре Шрилы Прабхупады, понимают свой долг таким образом. Долг духовного учителя – дать своему ученику то, за что он или она будут ему вечно благодарны. Ни много, ни мало. Это означает дать вот то самое неиссякаемое, вечно расширяющееся, увеличивающееся счастье. От чего? Счастье даже не према Ананды. Према дает преданному, который испытывает ее величайшее блаженство. Однако есть еще более высокое блаженство, которое превосходит по счастью, по уровню интенсивности счастья, даже прему. Это сева Ананда. Это счастье от служения. С этой премой что-то нужно делать, и когда преданные вкладывают ее в служение, служат с любовью. Вот тогда они получают величайший экстаз, который позволяет им ругать и проклинать экстаз от премы, который возникает в их сердце, когда он мешает их служению. Ну-ка, брысь,
Говорит, они этому экстазу, когда Даруха, у возничего Господа Кришны, начали трястись руки от экстаза любви к Кришне, он омахивал его чамарой, и от мысли, от любви к Кришне его руки стали дрожать, и на глазах навернулись слезы. Это очень опасно, если вы мажете чамарой, омахиваете кого-то. Дрожь в руках и слезы, вы не видите, где вы мажете, и еще руки начинают терять координацию. Поэтому он сказал, перестань, ну-ка марш отсюда, экстаз, ты не вовремя пришел. Севананда, вот это получают преданные благодаря простым наставлениям, которые дает Шрила Прабхупада. Вот это и происходит самый трейдинг, в тот момент, когда преданные принимают прибежище Шрила Прабхупады через его учеников, через его последователей, через качество последователей, через божества, через различные формы Шрила Прабхупады есть. На самом деле он сегодня явился в этот день, 124 года назад, в телесной форме, в форме маленького мальчика, младенца, Абхай, как его назвали. Но потом, когда он уже проявился как величайший духовный лидер современности, опять же, мы говорим об этом не потому, что мы кришнаиты, нам нужно прославлять нашего предводителя, а потому что это объективный факт. Никто за такое короткое время в жизни такого количества людей не произвел таких радикальных изменений. Вот эти три фактора – количество, короткое время и радикальные изменения. Обычно люди, которые имеют хотя бы какое-то отношение к бизнесу или каким-либо проектам, знают, что три вещи невозможно совместить в одном продукте или проекте, невозможно сделать что-то быстро, дешево и качественно. Только две из этих трех вещей можно сделать. Либо быстро и дешево, но некачественно, либо быстро и качественно, но не дешево. Либо получается, что дешево и быстро, но не... Нет, дешево и качественно, но не быстро. Но Шрила Прабхупада сделал три вещи, совершенная вещь. Это, кажется, бинго. Да, быстро, дешево и качественно. Огромному количеству людей дал величайшую прему за очень небольшой, за небольшую цену. Да? Всего лишь за что? Прабхупада, мы читали его комментарии вчера. За 16 кругов, 4 принципа. Даже не за это. Даже не за это. Просто за согласие людей прийти в общество преданных, принимать просады и петь Харе Кришна. Вот за это. 4 принципа, 16 кругов, это уже прилагается потом, когда преданные люди не могут жить без общества преданных, которые поют и танцуют, и обещают такими вкусными вещами. У каждого и каждый из нас практически начиналось настоящее, реальное знакомство с преданными с этого. Кто-то из нас читал книги, кто-то из нас слышал что-то по радио или по телевизору. Но в конце концов наша духовная жизнь стала по-настоящему осознанной, когда мы встретились с преданными и увидели, что есть люди, которые живут так и живут здорово. И вот тогда мы захотели жить точно так же и не захотели покидать это общество. И ценой того, чтобы стать такими же, как они, мы узнаем, а что нужно делать, чтобы стать таким, как вы? Они говорят, 16 кругов и 4 принципа. Ну, уже поздно. Так и Шрила Прабхупада. Поэтому никто за всю историю этого мира вот это таким и за столько не давал. И за такое короткое время. В этом его удивительное совершенство. Все эти три фактора сошлись в нем, благодаря уполномоченности Господа Читания Махапрабху. В этом смысле преданные превосходят даже Господа Читания, и Господь очень рад этому. Более того, Шрила Прабхупада пишет, что Господь Читания сознательно, как и вообще Кришна, Господу присуще, желание прославить своих преданных, его называют Бхактанам Манавардханам, тот, кто живет в прославлении своих преданных, тот, кто расширяет их славу, ему очень нравится это. И также его называют Бхагаван Бхакта Бхактиман, что означает преданный Кришна, который живет преданностью своим преданным. И поэтому Кришне очень нравится прославлять своих преданных, поручая им вещи, которые он сам мог с легкостью сделать. Но теперь, когда он поручает своим преданным, преданный делает это, потому что Кришна попросил, вместе с этим совершенным служением Кришне к нему приходит и слава. Мы вспомним пример с Мадхавендра Пури, который специально ради служения Гопалу пересек Индию 2 раза туда и обратно, чтобы принести ему сандал на Говардхан, чтобы охладить тело Гопала, страдавшее от жары. Может Кришна страдать от жары, если он находится в центре Солнца и во всех атомах и планетах? Нет. Но он решает немножко
пострадать от жары, чтобы проявить трансцендентные качества своего преданного, который по любому зову Кришны, даже по такому, казалось бы, не философскому, философски неправильному, он мог сказать ему: «Кришна, я знаю, что ты в центре каждого атома, в центре Солнца и в каждой планете, и в огне ты находишь, ты же об этом говоришь сам, в Шримад Бхагаватам. Как же ты можешь страдать от жары?» Но нет, что бы Кришна не попросил, для преданного это огромная радость, потому что Кришна тем самым, как говорит Шрила Прабхупада, соглашается стать зависимым от своих преданных. И поэтому Мадхавендра Пури стремглав плясает через всю Индию, чтобы принести 40 килограмм сандаловой пасты, сандалового дерева и еще примерно пару килограмм камфоры. Представьте себе, 1500 километров вам пешком нужно нести 42 килограмма в жару. Даже если не очень жарко, все равно сложно. Даже в хорошую погоду. 42 килограмма, жарко станет очень быстро. И он готов, не мешкая, отправился в дорогу, и потом также не мешкая отправился уже был обратно, когда Господь Кширачара Гопинат явился ему во сне и сказал: «Я на самом деле доволен твоим служением, уже не нужен никакого сандала. Сотри этот сандал здесь и покрой мое тело здесь, в этом храме Кширачара Гопинатхи, который был совсем недалеко от Пури. И поскольку мы едины с Гопинатхой, то я тоже охлажусь этим сандалом, предложенным мне в этой форме». И также Господь Кришна Арджуне поручил сражение на поле битвы Курукшетра, чтобы именно Арджуна завоевал лавру победителя и был прославлен как тот, кто выиграл сражение, хотя убил всех Кришна, и Арджуна об этом знал. И также Шрила Прабхупада пишет в этом комментарии в шестой песне Бхагаватам, что Господь Чайтанья попросил одного преданного, Прабхупада не называет его по имени, и поэтому его имя остается загадкой для всех. Кого же имел в виду Шрила Прабхупада? Интересно. Господь Чайтанья попросил одного преданного распространить его имя по всему миру, хотя сам мог это сделать вполне. И Бхальша Прабхупада подводит черту под этими описаниями, говоря таким образом: самым высшим проявлением самодостаточности Господа является то, что Он во всем полагается на своих преданных. В этом Ему обеспечена милость. Поэтому то, что Шрила Прабхупада приехал от имени Кришны на Запад и распространял сознание Кришны, таким людям, совершенно недостойным и даже не желавшим иметь никакого отношения. Одно дело, человек желает, но недостойно, есть какая-то надежда. А человек, который не желает и недостоин, и не желает этого, и желать не желает, он даже не может пожелать этого. И даже не хочет желать, не хочет жить такой жизнью, как Прабхупада вспоминал, когда он приехал в Америку, и он потом с юмором рассказывал: я зашел на берег, на берег Америки, в Бостоне, с борта корабля, и я оглянулся по сторонам и увидел сразу, что люди здесь живут всеми четырьмя принципами греховной жизни, которые я пришел отменить сюда. И я подумал, что стоит мне сказать, открыть рот и сказать, ради чего я к ним пришел, и что я хочу их научить. Мне скажут: с вами же, знаете, упакуйте свои чемоданы и езжайте обратно в свою Индию. Идите обратно. Но Прабхупада не хотел уходить обратно, без нас. Он говорит: я уеду обратно, но с вами, со всеми вами вместе. Поэтому то, что люди не хотели хотеть, и делали все, чтобы не хотеть в своей жизни, этой жизни, другой жизни. И за такое короткое время, за такое мимолетное соприкосновение с собой Шрила Прабхупада в этом случае действовал как полноценный представитель Господа Чайтанья Махапрабху, который так же, как и Шрила Прабхупада, так же легко менял сердца людей одним своим видом. Но поскольку Шрила Прабхупада донес движение сознания Кришны, Санкиртаны, Господа Чайтанья, той самой према нама Санкиртаны, которую принял Господь Чайтанья, до всех уголков земного шара по указанию своего духовного учителя, делает его еще более, можно сказать, для нас еще более важной персоной, личностью, чем даже Шри Чайтанья Махапрабху. Нельзя, конечно, их разделять ни в коем случае. Но это примерно точно так же, как для водолаза, который находится на дне океана, и которому кислород поступает по этой трубке из резервуара на берегу. Для него самое важное в жизни – это эта трубка. Там есть наверху много кислорода и много резервуаров, но ему важен именно этот резервуар, и особенно важна эта трубка, которая соединяет его с этим кислородом. В этом его жизнь. И точно так же наша жизнь духовная, которая кажется нам иногда как бы уже состоявшейся, она зависит на каждую секунду своего существования от Шрилы Прабхупады, от его милости, от нашего желания следовать его наставлениям. И стоит этому уйти из нашей жизни, что, к счастью, не так легко сделать, заставить ее уйти. Стоит ей уйти из нашей жизни, как уходит вместе с ней духовная жизнь, и жизнь сама. И мы видим, как люди сразу гаснут. Мы видели, к сожалению, большому сожалению, преданных, которые сделали такой шаг и заставили как бы Шрилу Прабхупаду себя отпустить. Не то, что он отпустил их совсем уж,
Он опустил их внешне, но не внутренне. Но мы видели, как они сразу гасли. И превращались обратно в тех, кем они были до этого, просто составившись лет на 50. Примерно. Ну, время прошло. Все по времени, пока они следовали, они не старели. Потом раз, что-то поменялось, они сразу откатились к тому моменту, который они должны были быть, если бы не было всего того, всех этих 50 славных лет служения Кришне. И потом мы видим другое чудо, когда те же самые люди, которые, казалось бы, поставили крест на своей духовной жизни, стоило им нащупать в своем сердце хотя бы немножко благодарности, Шриле Прабхупаде как раз, и все возвращается снова на свои места. Вот этот выключатель, вот этот магический, как это, фактор, точка опоры. Как в свое время Архимед сказал, что если дать мне точку опоры, я переверну землю. Он мог смело бросать такие вызовы, потому что знал, что никто ему точки опоры не даст, не на что опереться, чтобы землю перевернуть. Но мы знаем, что всю землю, всю вселенную можно перевернуть в нашем представлении, в нашей жизни, если мы оперемся, обопремся на наставление Шрилы Прабхупады, которое к этой вселенной не принадлежит. Он принадлежит другому миру. И оперевшись на него, на его наставление, мы можем перевернуть всю землю с ног на голову, всю вселенную. Мы можем отменить материальное существование. Так Шрила Прабхупада пишет в первой песне Бхагаватам, говоря, что Господь соглашается проявиться преданному пропорционально служению, оказываемому духовному учителю. Он как прозрачная среда, через которую нужно визуализировать, можно визуализировать, увидеть Господа, Его присутствие в своей жизни, можно увидеть, так же, как человек, носящий очки, может увидеть мир отчетливо благодаря этой прозрачной среде. Точно так же мы можем увидеть духовный мир в материальном мире вокруг нас через прозрачное посредничество духовного учителя. И Шрила Прабхупада так и говорит, если человек строго следует наставлениям духовного учителя, то весь мир для него или для нее становится неотличным от духовного. Такова божественная милость духовного учителя. Почему мы называем Прабхупаду его божественная милость? Потому что есть божественная милость Кришны, и она его, Шрила Прабхупада. Он ее может раздавать кому хочет, а кому, и кому он дает ее, у того жизнь меняется на духовную. Вот так. И мы хотели прочитать один текст из Шримад Бхагаватам. На самом деле, мы хотели много текстов прочитать из Шримад Бхагаватам, но время наше уже подходит к концу, не начавшись. Но я прочитаю текст, на самом деле. И также я начал говорить о том, что в этот день мы продолжаем, мы прославляем Шрилу Прабхупаду в день его явления в этой физической форме, но у него есть много других форм. И я сейчас прочитаю текст из Бхагаватам, в котором описывается одна из самых, вернее, самая могущественная, самая важная для нас форма Шрилы Прабхупады, в которой он остается вечно существовать в жизни его последователей. Есть много форм Прабхупады задуматься, есть форма его книг. Прабхупада говорил, что я перехожу в свои книги, я как бы переселился в них. Что все то, что я знаю, я сказал в своих книгах, больше я ничего не знаю. И он таким образом доносит свое видение, свое отношение к Кришне, к материальному миру через книги, которые он бережно надиктовал для нас по вечерам, по ночам. Однажды Динабанда Прабху спросил, Динабанда Прабху из Вриндавана спросил на одном из семинаров на фестивале, если бы у вас была возможность общаться со Шрилой Прабхупадой лично, вот все это время, что он находился здесь, допустим, он бы сказал с самого начала вам, вот будь моим секретарем или будь моим личным поваром, допустим, если вы вайшнави. И 11 лет, пока я буду здесь, ты будешь моим личным поваром, будешь готовить мне каждый день и приносить. И все это время ты будешь слушать мои лекции, и все то, что я буду говорить, ты будешь слушать, как Матаджи Ямуна очень любила слушать Прабхупаду, и каждый раз садилась очень близко к нему, чтобы не упустить ни одного слова. Это было ее самое любимое служение, Шри Прабхупаде. Все другие служения тоже любила. Готовить, шить, убираться, петь и рисовать, все, что нужно было для Шрилы Прабхупады, проповедовать. Но больше всего на свете она любила слушать его. И вот если вам сказали, ты будешь теперь 11 лет ездить со Шрилой Прабхупадой, все это время, что он будет находиться в этом мире, 11 с лишним лет, будешь слушать его каждый день, все то, что он будет говорить, все то, что он хочет сказать другим, вся его проповедь, ты будешь ее слушать. Кто бы согласился? Все бы согласились. И Динабанда Прабху сказал, вот это мы получаем, когда читаем его книги. Все то благо, которое вы получили бы, общаясь со Шрилой Прабхупадой лично, вы получаете, читая его книги. Потому что он переселился туда. Это одна из его форм. И вторая форма Шрилы Прабхупады – это его храмы. Поскольку именно в них, в этих храмах, Прабхупада, как полномочный посол духовного мира, открывает посольство. И посольства эти являются территорией другого государства. Знаете, если человек забегает в посольство,
какой-то другой страны, то он уже спасен от преследований в этой стране, пока находится на ее территории, на территории другой страны. Люди не могут, представители власти этого государства не могут вмешаться туда. Они там бессильны. Был знаменитый диссидент, который просидел на территории посольства Эквадора. Сколько он там просидел? Года 3 или 4, очень долго. Я не буду его по имени называть, не так важно. Они в Англии. Никто не мог с ним ничего сделать, потому что сидел на этой территории посольства и не выходил 4 года. Потому что он был в другом месте. И точно так же Шрила Прабхупада говорил, что наши храмы, и храмы, не только храмы, но и общины, и рестораны, и фермы, и центры, все. Все то, что связано с этой проповедью, с миссией Шрила Прабхупады, обладает способностью давать людям прибежище от материального мира, постоянное место жительства, ПМЖ, и в конце концов даже восстанавливает его гражданство обратно в духовном мире. Такую силу имеет посольство. Посольство может сразу выдать вам паспорт другой страны, если захотят. Вы станете гражданином на месте. И такой силой обладают храмы, которые открыл Шрила Прабхупада. В этом его, еще одна его форма. И формы мурти Шрила Прабхупада тоже потрясающие. Если кто-то из вас когда-нибудь одевал Шрила Прабхупаду, я, конечно, может быть, это игра моего ума, но она очень приятная игра моего ума, когда я поймал себя на мысли, что когда я приближаюсь к Шрила Прабхупаде, переодеваю его. Была большая мурти в Австралии, которую я переодевал время от времени. То я чувствовал от этой мурти такую же теплоту, как от, вот от живого тела. Приближаешь, чувствуешь эту теплоту, излучение теплое, как от живого тела. И есть много примеров, когда Прабхупада являлся в этих мурти, что-то говорил, прямо во сне. Были истории с неприятными, которые приходили в храм Шрилы Прабхупады, и Прабхупада разговаривал с ним. Абсолютно неподготовленные люди, которые заведомо не были настроены никакие чудеса и разговоры с со статуями стекловолокна. И вдруг кто-то слышит голос, и голос им что-то говорит, они следуют наставлениям, потом все у них складывается. Вещи происходят. Прабхупада сам говорил в нескольких письмах о том, что мурти духовного учителя обладает, но не отлично от него. Во многих-многих мурти присутствует Шрила Прабхупада. Те, которые преданно поклоняются ему и предлагают ему арати, предлагают ему служение, помнят о нем, медитируют на него. Какие еще есть формы Шрила Прабхупады? Формы его учеников, да, личных, непосредственных учеников, которые носят его в своем сердце, в своих глазах, в уме, в жизни. И вообще для них он и есть жизнь, и цель жизни, и жизнь. Это выражается в том, что они ради него поготовы сделать все, что угодно. Посмотрите на таких преданных, как Бхактичару Махарадж, который как раз и поехал в Америку, потому что он хотел проповедовать. Не хотел осиживаться в спокойном, замечательном машине в Уджайне, где он был, его штаб-квартира. Он поехал, чтобы проповедовать. И Госвами Махарадж в своем воспоминании о Бхактичару Махарадже провел очень много параллелей между этой поездкой Бхактичару Махараджа в Америку и поездкой Шрилы Прабхупады. Джайапатака Махарадж, который находится физически в таком положении, в котором большинство людей даже жить не хотят. Он хочет проповедовать, он хочет жить и хочет приводить все больше и больше число людей. Однажды он объяснил, почему он продолжает жить, потому что он сказал мне, Шрила Прабхупада дал наставление, ты должен инициировать 50 тысяч учеников, а у меня всего 47 тысяч пока. Наверное, ученики, если они хотят по-настоящему оставить Джайапатака Махараджа в этом мире, должны отказываться получать у него посвящение, чтобы это число никогда не настало, а не останется здесь навеки. Джайапатака Махараджа. Это Мал Кришна Махарадж, которому Шрила Прабхупада сказал, что езжай в Китай, он поехал в Китай, и там проповедовал все эти долгие годы, пока в конце концов в 2002 году не привез с собой целую группу китайских преданных. В первый раз в истории Гауди Вайшнава Сампрадая приехали китайские преданные в Майяпур. И что произошло? В этот же год Прабхупада забрал его в духовный мир. Я читал письмо, обнаружил его потом, уже после его ухода, письмо к Шрила Прабхупаде Тамал Кришне еще в 68 году. То есть за 34 года до его ухода, где он пишет Тамал Кришне, что «Я желаю тебе жить 100 лет в сознании Кришны». И дальше Прабхупада говорит, но если Кришна, как только Кришна признает кого-то за его служение, он сразу забирает его к себе, иди сюда. Так и было. То есть мы видим, как все эти преданные, все те, которые знали, что Прабхупада лично предались ему, как они всю свою жизнь кладут на то, чтобы послужить ему. Почему? Потому что они видят, что ничего больше они с жизнью сделать не смогут ценного, и ничего не смогут сделать, чтобы хотя бы как-то выразить благодарность за то, что Прабхупада им дал. Обычно в материальной жизни благодарность – это вещь, от которой люди стараются как можно скорее избавиться, потому что
ну ладно, да, спасибо, что-то ты мне дал, что-то подарил или сделал, мне это приятно. Но люди не любят жить в долгу. Они хотят скорее отдать и забыть. Но в духовном жизни преданный понимает, что это благодарность, и отчаянная попытка эту благодарность как-то выразить в служении, это единственное ценное, что у меня есть. Этот долг – это самое ценное, что есть у меня. Если я его пытаюсь отдавать, то я становлюсь посмешищем, но я лучше буду стану посмешищем, чем забуду о нем и стану поводом для сожаления, говорит Прабхупада в 4-й песне Бхагавата в комментарии. Каждый, кто пытается отдать долг духовному учителю, является посмешищем. И этот долг – такая мистическая вещь, что чем больше ты пытаешься его давать, тем больше он растет. В отличие от кредитов, которые выплачиваешь, все, выплатил кредит, последний сумму, фу, кредит закрыт. А тут нет. Ты думаешь, ты чувствуешь, что нужно все дольше, больше и больше его выплачивать, а он все больше и больше становится кредитом. Это в кошмарном сне только можно увидеть такое по отношению к кредитам. Но по отношению к долгу перед духовным учителем – это совершенство жизни. Чем больше преданные, чем отчаяние пытаются оплатить долг духовному учителю, тем больше он становится. И наоборот, чем меньше они пытаются его платить и думают, что он вообще для меня сделал? Ничего он мне не сделал. Ну подумаешь, инициацию нас дал, подумаешь, назвал меня каким-то индийским именем, и все. Долг исчезает. И человек становится свободным для материальной жизни. Поэтому ученики его тоже формы, в которой можно видеть Шрилу Прабхупаду. Что еще? Какие еще формы есть? Много замечательных форм. Есть формы последователей его, которые сейчас изобретают все новые и новые способы проповеди, как сам Шрила Прабхупада был очень изобретательным и очень смелым в проповеди. И многие преданные делают это так же, как он. Даже иногда, кажется, превосходят Шрила Прабхупаду внешне в каких-то завоеваниях. Ну, то есть они завоевывают новые рубежи, которые раньше были недоступны, а может быть, даже не существовали, как сейчас интернет. Люди все там сейчас, в интернете, в виртуальной реальности. И преданные выуживают их оттуда. Следуя по стопам Шрилы Прабхупады, который выуживал людей из реальной реальности, поехав в Америку, то есть из места, до которого невозможно было дотянуться никак, кроме как поехав туда и жив среди них, живя по их, можно сказать, ну не то что законам и правилам, но среди них. Прабхупада сказал, что приехал в Америку и стал изучать, как живут эти люди. Очень внимательно наблюдал за всем, как они хранят продукты в холодильнике. Он не смотрел, какие они там продукты хранят, но что они делают, продают, как они моются. Рассказывает его первая хозяйка, которая приняла его в Америке, они Масали Агарвал. Он поселился у них в Батле, Пенсильвания, и когда однажды она с утра подошла к ванной, она увидела, что из-под двери ванной текла вода. Потому что Прабхупада, ни разу в жизни ванных не видевший, он думал, что эти ванны люди пользуются, как все нормальные люди. Ванну наполняют водой, а тут зачерпывают воду и поливают на себя, стоя на полу. Эта вода текла из-под двери ванной, потому что Прабхупада так вот мылся. Пока ему не сказали, что нужно там стоять. Вот этой штукой нужно поливать себя. Прабхупада учился всему. Но когда его ученики и последователи, нынешнее поколение, начинают все новые и новые методы проповеди изобретать, которые раньше были невозможны, неслыханы. Сейчас какой-нибудь блогер может иметь аудиторию большую, чем газета «Нью-Йорк Таймс». Каждое его слово жадно ловится миллионами людей. И преданные пытаются пробиться в число таких раскрученных блогеров, чтобы всем говорить о Кришне. Я знаю нескольких таких преданных, которых миллионы аудитории, и которые делают все, чтобы этих людей, которые слушают и читают их, пододвинуть к Кришне. Как горд Шрила Прабхупада таким методом проповеди. Казалось бы, это превосходит его, но это превосходство, оно мнимое. Во-первых, разум для того, чтобы использовать так материю, дается Шрилы Прабхупады. А во-вторых, гордость, которую испытывает Шрила Прабхупада, сродни гордости духовного учителя, отца, который гордится успехами своего сына. И он пишет говорит в одной из лекций, что духовный учитель думает, когда он видит, как его ученик превосходит его, казалось бы. Он думает, о, я так рад. Мой вот этот вот ученик, этот мальчик, это юноша, он следовал моим наставлениям и достиг такого совершенства. Я бестолочь, говорит Прабхупада. Я-то бестолочь? Нонсенс. Так он говорит. Но этот юноша, следуя моим простым наставлениям, достиг такого совершенства. Как я рад его успеху. Он говорит, нет даже места зависти, нет места какому-то соперничеству. Есть только радость и гордость за то, что он добился большего успеха, чем я, потому что духовный учитель видит успех своего ученика как продолжение своего собственного. Но самая главная форма для нас, в которой Шрила Прабхупада проявляется, я должен сейчас почитать комментарий Шрила Прабхупады.
разные формы. Я вот прочитаю и на этом закончу. Это форма, особенная форма. И я прочитаю этот стих, и комментарий, и больше ничего говорить не буду, потому что, опять же, совершеннее, чем Шрила Прабхупада не скажешь, и сразу все становится ясно, о ком и о чем здесь говорится. Что это совершенно, что это совершенная форма Шрила Прабхупады, которая остается с нами, и которой мы можем пользоваться возможностью общения с ним в любой момент нашей жизни буквально, даже во сне. Я знаю преданных, которые общались с этой формой даже во сне. И сам до какой-то степени это практиковал долгое время в своей жизни. И форма, которая не зависит от времени, места, обстоятельства, которая очень милостивая, которая позволяет нам даже в одиночестве чувствовать близость от Шрилы Прабхупады, его присутствие, его одновременно умиротворяющее, строгое присутствие, физическое общение. Форма, которая сразу возвращает нас в духовную реальность. И форма, идя с которой, или идя на которой, мы можем выйти из леса материального существования. Что это за форма? В этом стихе говорится, песня 4, глава 20, текст 25. Сауттама шлока махан махачито мукачито баван падам боджа суда кананилах суетин пунар висмита татва вартманам куйогинам но витаратилам вараих. О мой Господь, великий и святый, воспели Тебя в прекрасных стихах, их слова, проставляющие Твои лотосные стопы, подобные шафранной пыльце. Когда трансцендентные звуки, льющиеся из уст великих преданных, доносят до забывчивого живого существа аромат шафранной пыли, пыльцы из Твоих лотосных стоп, оно постепенно вспоминает о своих вечных взаимоотношениях с Тобой. Так преданные постепенно осознают, в чем заключается предназначение человека. Поэтому, мой Господь, я не хочу просить Тебя ни о чем, кроме возможности слушать слова, исходящие из уст Твоего чистого преданного. Прабхупада пишет в комментарии. В предыдущем стихе было сказано, что повествование, прославляющее Господа, нужно служить в изложении чистого преданного. Здесь то же самое объясняется более подробно. Трансцендентные звуки, исходящие из уст чистого преданного, столь могущественны, что способны пробудить в живом существе память о его вечных взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога. Живые существа, ведущие материальный образ жизни под влиянием иллюзорной энергии майи, почти полностью забыли о своих вечных взаимоотношениях с Господом, как человек, погруженный в глубокий сон, забывает о своих обязанностях. В Ведах говорится, что майя погрузила все живые существа в глубокий сон. Мы должны пробудиться от этого сна и приступить к своим истинным обязанностям. Только в этом случае мы сможем правильно воспользоваться всеми возможностями, предоставляемыми человеческой формы жизни. В одной из своих песен Бхактина Такур говорит об этом словами Господа Чайтани. Джив джага, гора чандра боли. Господь просит всех спящих живых существ проснуться и посвятить себя преданному служению, чтобы исполнить миссию человеческой жизни. И дальше Прабхупада говорит очень важные слова. Он говорит, этот призыв, обращенный к спящим душам, Господь вкладывает в уста своего чистого преданного. То есть где этот будильник, где этот призыв Господа Чайтани, проснитесь спящие души. Спящие души. Он говорит, этот призыв, обращенный к спящим душам, Господь вкладывает в уста своего чистого преданного. Чисто преданный, постоянно занятый служением Господу, всегда находится под сенью его лотосных стоп, и потому может прикоснуться к шафранным крупицам милости, которыми покрыты лотосные стопы Господа. Когда чистый преданный говорит, звуки его голоса могут казаться материальными, но на самом деле слова такого преданного наполнены огромной духовной силой, поскольку своим голосом он касается шафранной пыльцы, покрывающей лотосные стопы Господа. Стоит спящему живому существу услышать могучий голос чистого преданного, как оно тут же вспоминает о своих вечных взаимоотношениях с Господом, до этого полностью забытых. Вот почему обусловленной душе так важно слушать чистого преданного, который полностью предался лотосным стопам Господа, избавился от всех материальных желаний и оставил все попытки обрести знания с помощью философских размышлений, и вышел из-под оскверняющего влияния гун материальной природы. Все мы ку-йоги, поскольку служим материальному миру, забыв о своих вечных отношениях с Господом, о том, что мы Его вечные любящие слуги. Наш долг — подняться над этим уровнем и стать су-йогами, совершенными мистиками. А для этого необходимо слушать чистого преданного. Этот метод рекомендован во всех ведических писаниях, и его важность особенно подчеркивал Господь Чайтанья Махапрабху. Человек может не менять своего положения в обществе, но если он будет слушать слова. Человек может не менять своего положения в обществе, но если он будет слушать слова, исходящие из уст чистого преданного, он постепенно осознает свои, или осознает, я не знаю, как здесь ставить ударение, потому что буква Е или Ё, непонятно, какая она здесь.
он постепенно осознает или осознает свои вечные отношения с Господом и, начав служить Ему с любовью и преданностью, поднимется на высшую ступень совершенства. Итак, любой, кто хочет обрести духовное знание, должен слушать речи, исходящие из уст чистого преданного. Вот и все. Вот совершенная форма. Две формы есть Вани и Уапа, у Кришны есть две формы. Он говорит там об этом в Читракет, он говорит об этом в шестой песне Бхагаватам. Атховай сарабутана бутатма бута бхавана. Нет, это говорит Господь Читракету. Пара брама, шабда брама, пара брама, мамобхиша, шватита, ну. У меня есть две вечных формы. Одна — это пара брама, то есть форма, в которой ты меня сейчас видишь. А вторая — шабда брама — это форма, в которой ты меня сейчас слышишь. Две формы одновременно. Господь иногда приходит и часто говорит что-то. Это две его формы, проявляющиеся как его облик, очищающий все бытие человека одним своим видом, и также его слова, которые тоже очищают все его бытие изнутри, одним своим проникновением в его уши. И точно так же у духовного учителя есть две эти формы, есть Ваня и Вапа. Ваня — это Вапа, это то, что мы перечислили сегодня с вами. Это его преданные, это и он сам. Можно видеть его на экране, на изображениях, в мурте, в форме храма, в форме общин, в форме самого движения ИСККОН, тоже еще одна форма Шрилы Прабхупады, которую он сам отождествлял с собой. Он говорил, я есть ИСККОН. Он так сказал. Более того, он говорил, что ИСККОН подобен, как мы читали недавно, Деваки, которая носила в своем лоне Кришну, также и ИСККОН носит в своем лоне Кришну. Так Прабхупада говорит. Десятый. Песни Бхагавата 10.2.20. Также ИСККОН. Кришна принял прибежище или родился в ИСККОН. И поэтому каждый, кто приходит в ИСККОН, также общается с Кришной, как Деваки являлась вместилищем Кришны. И все видели ее влияние, это сияние, распространявшееся вокруг нее. И все эти формы, как бы формы, в основном формы Вапу, но форма Вани, форма его трансцендентного послания в виде книг, и особенно в виде звуков его голоса, который, к счастью, для нас дошел. Все то, что Прабхупада говорил, практически все было записано. И Прабхупада одной из лекций, беседы с ученым, ученый попытался, спросил у него, в чем это Ачинтья Бхеда Бхеда Татва, могли бы вы объяснить вот это единство и отличие? И Прабхупада сказал, очень просто, вот смотрите, нашу беседу записывают на магнитофон. И через какое-то время ее проиграют, и наши голоса будут звучать такие же, как они сейчас звучат. Но они теперь уже отделены от нас. Это как бы я и не я одновременно. И точно так же Ачинтья Бхеда Бхеда Татва. Это как бы все едино, при этом отлично. Но поскольку именно Вани, именно наставление духовного учителя, именно Шабда Брама, которое проходит через его уста и запечатлевается в книгах или в лекциях, является сутью, ради чего он пришел сюда в этот мир, для того, чтобы нести это трансцендентное послание, звук, трансцендентный звук. Поэтому общение с ним в форме Вани особенно важно. Если человек служит духовному учителю его внешней форме вапа, но не слушает его, то, скорее всего, он или она потеряют связь, которая устанавливается когда-то еще слушание. Поэтому однажды Шрила Ниранджана Махарадж, отвечая на вопрос своей ученицы, спросила, Гуру Махарадж, как я могу вам лучше всего служить? И он сказал, ты должна слушать мои лекции, а теперь ты объясни, почему. И она... Я часто вспоминаю эту историю, я переводил эту беседу, и она очень запечатлелась. Глубоко во мне. И я спросил, теперь ты объясни, почему. И мата же давала какие-то объяснения, хорошие объяснения, но они не удовлетворяли Махараджа. Пока в конце концов он сам не ответил. Она сказала, потому что когда ты слушаешь мои лекции, ты позволяешь мне проповедовать тебе. А именно это и является тем служением, которое хотел от меня мой духовный учитель. Пока ты не будешь слушать, я не смогу ему служить. Поэтому слушай. Вот так. Это Шабда Брама проходит через уста духовного учителя Гуру Парампара. Это самый лучший способ служить Шриле Прабхупаде, как он сам показал на собственном примере, с каким совершенным образом служа своему духовному учителю, слушая каждое его слово. Он, Прабхупада вспоминал, многого не понимал, вернее, почти все не понимал, насколько его духовный учитель излагал сложно и очень утонченным языком философию сознания Кришны, что даже на родном Бенгале для Шрилы Прабхупады было сложно понимать эту философию. Но Прабхупада ловил каждое слово. И он сказал, что хотя я, может быть, чего-то не понимал, но я понимал, что со всем этим делать. Потом, благодаря этому глубокому погружению в слушание духовного учителя, которого он слушал лично, наверное, раз 10 всего или 11 в своей жизни. Представьте себе, у вас всего 10 лекций вашего Гуру Махараджа, и вы можете прослушать их за всю жизнь только по одному разу. Тогда же не было магнитофонов, MP3-плееров, всяких саундклаудов и прочих вещей.
У вас 10 лекций вашего Гуру Махараджа, вы можете послушать их только по одному разу. Вот это ситуация, в которой был Шрила Прабхупада. Ну, я немножко утрирую, конечно, у них были еще личные беседы. Но тем не менее, именно так и произошло. Прабхупада благодаря этому глубокому слушанию впитал в себя своего духовного учителя настолько, что он смог потом передать его наставление в простой и понятной форме для всех остальных, ничуть не уменьшая их эффективности. И самое главное из всего того, что мы слышим в словах Шрилы Прабхупады, даже не то, что он говорит, а то, откуда он это говорит. Кто он и откуда он это говорит, что я имею в виду. Если мы сегодня говорили про лес материального существования, если мы оказываемся в лесу и теряемся в лесу, но чаще, здесь много лесов, легко заблудиться. Люди, которые заблуждаются в лесу, обычно ходят по кругу, потому что одна нога у человека всегда длиннее, чем другая. И общеизвестный факт, что человек, который заблудился в лесу, начинает ходить кругами. Без каких-либо шансов выйти, думать, я пойду по прямой. И лес когда-нибудь кончится. Во-первых, там много опасностей в лесу, и не факт, что это прямая, это на самом деле лучшая дорога для него. А во-вторых, даже пытаясь идти по прямой, не имея ориентира, он начинает ходить кругами. И выходит снова к тому же самому месту, которое он уже видел. И он думает, нет, сейчас пойду прямо. Он пытается менять, пытается шагать больше другим, другой ногой. Но поскольку он не знает своей степени обусловленности, он начинает ходить кругами уже в другую сторону. Он бесполезен, беспомощен в лесу, он беспомощен, он не может сам выбраться. Либо он заблудится, либо он упадет, либо он сломает ногу, либо погибнет от истощения, либо станет жертвой свирепых животных. И в чем для него шанс для спасения? Если кто-то, находящийся снаружи этого леса, находящийся на свободе, кричит оттуда, то просто идя на звук этого голоса, сбиться с которого сложно. Если он просто кричит, говорит, да, я иду, не переставай кричать, я приду к тебе. Кричи, кричи, чтобы я мог продолжать идти на твой голос. Он рано или поздно оказывается у источника этого голоса на свободе. И важно ли, что этот человек кричит оттуда? Нет, не так важно. Важно, где он и кто он. Важно, что он на свободе, и важно, что он друг. Точно так же Шрила Прабхупада. Важно, что он пишет в своих книгах, да? В его книгах содержит трансцендентная истина, абсолютно выверенная по шастре. Но самое главное, кто он? И откуда он эти вещи говорит нам? Поэтому звук голоса Шрилы Прабхупады, его наставления, вложенные в его книги, его лекции, они являются тем залогом того, что мы, просто идя на них, довольно слепо. Я настхая нару раджан на прамадета кархичит. Просто идя на звук голоса чистого преданного, человек слепо. Потому что идти мы можем на слух. Слепо. Шридхара с вами говорит в комментарии к этому стиху, что в этом стихе говорится, просто закрыв глаза, человек может бежать по этому пути Бхагавата Дхармы, и он не поскользнется, не упадет, он придет к цели. И точно так же Шридхар с вами говорит, что два глаза — это знание шастр, знание шути и смрити. Человек может не знать шути, может не знать смрити. Может вообще не уметь читать, как тот брахман в читании лили, который не умел читать Бхагавадгиту. Но поскольку ему Гуру Махарадж сказал, читай Бхагавадгиту, идя на голос своего духовного учителя, он достиг совершенства, не зная шастр. И точно так же просто слушаешь Шрилу Прабхупаду, и в мере нашей способности, применяя его наставления к своей жизни, делать то, что он говорит, и силу делать то, что он говорит, дает он сам своими словами, своими наставлениями. Он дает нам и наставление, дает нам и цель, дает нам и знания, и дает силы, с помощью которых можно достичь этой цели. Но просто следуя его словам, мы можем оказаться там, откуда эти слова распространяются, откуда они звучат, откуда? С Галуки Вриндавана. Оттуда. За пределами леса материального существования. Вот об этом хотелось сегодня поговорить, напомнив о значении этого праздника. Что мы отмечаем сегодня? Мы отмечаем сегодня, что? Нашу удачу. За это мы благодарим Шрилу Прабхупаду. То, что он нашу удачу, он пришел в нашу жизнь. И все остальное у нас хуже, чем у других людей. И киртаны мы поем хуже, чем профессиональные киртани. Есть профессиональные киртани, которые умело поют. Знаете, которые не преданные, может быть, но они очень красиво поют. В Индии таких очень много. Так поют, что мурашки по телу проходят. Готовить мы, ну, как бы умеем, но есть повара, которые готовят гораздо лучше. Аюрведа, йога, психология, астрология, что там еще, все эти ведические дисциплины уже давно нас обошли по всем параметрам, дорогие преданные. Веганы, рестораны. Ну, назовите любую дисциплину.
Мы тешим себя самомнением, что мы такие ведические тут кришнаиты. На самом деле, единственное, что есть у нас, единственное, что у нас по-прежнему монополия сохраняется. Во всем остальном мы монополию уже давно потеряли. У нас нет монополии ни на йогу, ни на астрологию, ни на аюрведу, ни на психологию, ни на что. Но есть монополия на Шиву Прабхупаду. Наш. Потому что мы его. И поэтому он наш. Пока мы его. И самое радостное в этом, то, что он от нас никогда не откажется. Как бы мы иногда сами не делали все возможное для того, чтобы он от нас отказался. Прабхупада пишет в одном из писем Умапати, одному из первых учеников, он говорит, когда духовный учитель принимает кого-то, свои ученики, он обязуется перед Кришной освободить его и вернуться обратно в духовный мир. И поэтому, если ученик иногда сходит с пути, отказывается от наставления духовного учителя, из-за того, что неправильно понимает его мотивы, духовный учитель сокрушается и проливает слезы по своей неспособности спасти эту душу, но никогда от него не отказывается. Так что вот это, за это можно держаться. Это та точка опоры, опершись на которой можно перевернуть всю нашу жизнь в правильном направлении. Спасибо большое. Это на самом деле было мое подношение также. Если вы еще не поняли, я там частично его процитировал. Так что я ничего больше читать не буду. Тем более, что он на английском. Большое спасибо, Шрила Прабхупада Ки Джай. Шрила Сапуджа Шрила Прабхупада Ки Джай. Гуру Премананда.